Командировка проходила с ноября в регионах Северного Кавказа. Бойцы сочинского ОМОН выполняли задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности. Сейчас там находятся наши товарищи. Хотелось бы им пожелать крепкого здоровья, терпения и выдержки. Мы очень рады, что вернулись в наш родной город Сочи к своим семьям. Поставленные задачи, как отметило руководство, были выполнены в полном объеме. В Сочи бойцов встречали руководство кубанской полиции, коллеги и родственники.